Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Что это за необычный предмет из прошлого? Батарейки. Для чего было изобретено это устройство? Венчик для взбивания яиц. Как называется это приспособление? Держатель газет. Что это за советское устройство? Кинокамера. Что это за предметы из советских времен? Елочные игрушки. Что это за набор устройств из советских времен? Катафоты светоотражатели. Что это за техническое приспособление? Массажеры. Что это за предмет советской эпохи? Ручная дрель. Как называется это устройство из СССР? Органайзер. И бонусный вопрос без ответа. Что это за необычное устройство из СССР? Напишите ваш вариант ответа в комментариях.